Итак, всем привет, с вами Вован и Полк. Поздоровайся. Привет всем. И сегодня мы, как всегда, делаем какую-то непонятную фигню, которая у всех есть. Но нет, сегодня мы будем строить. Мы будем строить, как там, деревню, еще всякого говна мы тут уже припаслись. Да, мы говорили этот, где-то как же ЛП этот. В ЛП, короче, последний говорили. Будет. Хотя не, мы не говорили, что. Я говорил. Миллион раз. Ну, может быть, потому что то, что я тебя вырезал? Нет, там все равно даже так попадал. Помню. Так, первое, что нам надо, давай найдем место. Давай, мы вообще собираемся либо сейчас дом большой строить, либо деревню. Чё? Вообще всю деревню. О, подожди-ка, тыковка. Ну, возможно, ускорим, это как будем искать нормальное место. Да, вот он не знает. Он, конечно, попытается, но он не знает, как редактировать. Ну что? Там попытаюсь. Да. Файл точка сохранить как? Ага, потом такой мне на скайп звонишь, ой, что-то на ютуб не загружается. Было такое, да. Помнишь? Да, когда Hunger Games заливал, было. Ты вообще где? Так и не залил до конца. Залил. Так я сейчас около встреч вот. Около встречи? Да, там где, короче, там встреча. Давай, смотри, давай вот тут вот будем строить. Надо подальше убежать, понимаешь? Да не, ну ладно, тут водопадик, Вадик, все друзья. О, ты столько дерева пропустил. Чё-то, а откуда у тебя топор? Так, помнишь, когда мы перед серией мы расчищали? Это, ну вот, у меня было 4 камня. Понятно. У меня знаешь, сколько досок? Ну, ладно, дофига. Ну вот и остроить. Что будем строить? Деревню? Да. Давай тут. Где? Тут. Куда-то где? Вот тут, вот это вот, тут. Тут говоришь? Все, и мы начинаем ускорять. И раз, два, три!
раз, два, три. И если вы впервые это можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Вован и Пол. Всем удачи, всем пока. 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 Ой. Ах ты ж, у тебя там железная кирка, мешочек, желтый краситель, да, сырая свинина. А ну давай, делись. А как ты посмотрел? Делись. А как ты посмотрел? А вот не скажу, это секрет. Кто же убьёт? ПВП! Давай. Так, бэк. Ах ты ж! Нечестно на...